сегодня мы посетим водопад Джур-Джур со странным, на первый взгляд, названием. Переводится как вода-вода. Водопад не пересыхает даже вот в такой период времени. Казалось бы, засуха, такая жарища стоит, уже такого июня не было давно. Но, тем не менее, водопад полностью функционирует. Мы в этом убедимся. И посетив водопад, поднимемся по ущелью Хабхал. Хабхал — это в переводе «волчья пасть». Поднимемся и посмотрим ванны молодости, купели, каскады, ванночки, водопадики. Ну, в общем, оставайтесь на канале, путешествуем вместе. Кто не подписался, подписывайтесь. Вода прямо на глазах портится. Да, погода. И тянет оттуда, с гор. Ага, а там идет. Помашем Сереже ручкой все. Герои Ютуба. Пару дней бы тебя уже.